С началом отопительного сезона жители Хакасии начнут платить за потребленное тепло по фактическим показателям. Региональный Минстрой поясняет, если раньше размер платы за отопление рассчитывался равномерно в течение календарного года, то теперь за потребленную услугу нужно будет платить в осенне-зимний период, с началом отопительного сезона и до его окончания. Подобная формула расчета давно действует в Абакане. Специалисты также поясняют, что плата за тепло, которая уже совершена этим летом, обязательно будет учтена в корректировке. Напомним, что подобный перерасчет производится в начале года.